Здравствуйте, с вами интернет-магазин «Установочный центр Фронткамп». Сегодня на установке Ford Focus третьего поколения установили мультимедийное устройство и камеру заднего вида. Камеру заднего вида поставили в ручку открывания багажника. Подсветка здесь идет диодная. Камера с матрицей Sony. Установили магнитолу от фирмы White Media. Магнитола с последней прошивкой. То есть на рабочем столе сейчас очень компактное меню и удобно. Навигатор, переключение треков музыки, погода, виджеты эти можно настраивать. То есть удобное меню. Рамка встала без зазоров. По коншине магнитола подхватила информацию. Кнопки на руле работают. Климат-контроль отображается. Камера заднего вида. Из особенностей, рамка нового образца имеет теперь кнопки, то есть удобно управлять, переходить быстро к нужным функциям на магнитоле. Радио, музыка, навигация, телефон, переключение треков, медиа, меню. Штат на USB, который находится в подлокотнике, подключили. Дополнительно вывели 2 USB в бардачок. Можно подключать USB флешки, либо жесткие диски. Если остались вопросы, обращайтесь.